Уважаемые родители, сегодня у нас проходит такой торжественный день, как открытие нашего детского сада, долгожданное открытие, которое мы ждали с января месяца, обещали открыть, вот мы и открываем. Ждем вас с радостью, с нашими педагогами, педагоги все уже на работе, ждут вас 1 июня. На нашей прекрасной площадке. Будем очень стараться, чтобы вам все понравилось. Вот. И разрешите разрезать официально нашу ленточку и объявить о нашем официальном открытии. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли и доверяете нам ваши силы. Любим вас! Запомним этот день, американский праздник, 31 мая, мемориал день и наш день памяти получается. А завтра день защиты детей, 1 июня, и мы начинаем первый рабочий день. Давайте все сфотографируемся, пока собрались. Да. Приезжайте сюда в столовое, да? Чтобы вы поняли, где ваши дети будут принимать пищу. Надя картинки снимает. Так, начинаем тур. Теперь уже по готовому садику. Все уже обустроено. Мы обещали показать садик в день открытия. Сегодня вообще такое замечательное событие. Поздравляем, конечно, Алию, которая так долго готовилась к этому. Да. Все разрешения. Очень сложно получить разрешения, пермиты. На самом деле, да. Да, то есть замечательный день, я хочу сказать. И прекрасные воспитатели, прекрасные заведующие, владельцы садика, ну просто радость. Сколько месяцев мне заняло прямо от идеи до вот до сегодняшнего дня? Идею она давно вынашивала, насколько я знаю, где-то около года назад они как бы нашли помещение само, ушло время на ремонт. Около года? Да. Все это время она продолжала платить аренду, конечно, оплачивала лицензии, пермиты, то есть это не дешевый проект. Да, ну ремонт они тоже делали, но благо у нее муж с руками, он сам сделал. Уже подешевле. Ремонт, да, там получается материалы. Вот, но даже вот этот материал, Галя, спасибо тебе, кстати, огромное за кроватки. Но весь материал, даже мелочи, это столько уходит денег на это, честно говоря, игрушки, мебель. Все, не сосчитать на самом деле. Честно говоря, я не знаю, какой бюджет у них мы потрачиваем. Да. Подозреваем, что не маленький. Вон, детишки уже играются. Расписание занятий. Вот здесь на стене, да. Добрый день, дорогие родители! Ну вот прошло наше открытие торжественное. И сейчас вот на нашем дворике мы хотели бы представить наших сотрудников, моих коллег по работе, мою дружную, надеюсь, команду. Все сотрудники, сами видите, какие приятные, излучают тепло, излучают лучи счастья. Как раз то, что нужно для воспитания наших деток. Вот. И хотелось бы вот расписать, как мы будем работать. Вот у нас воспитатели с самой маленькой группы, это у нас Инна. Инна занимается у нас, получила образование педагога-воспитателя. Вот. Сейчас у нее, получается, нарабатывается опыт. Сейчас мы ее будем обучать, передавать наш опыт ей, да. Вот. И надеюсь, что все будет хорошо. Я за нее даже не переживаю, потому что человечек очень такой счастливый, добродушный, добрый. Поэтому здесь переживаний нет, я за своих малышей буду спокойна. Следующая группа у нас будет под руководством Оксаны. Оксана у нас хороший педагог, методист с России, Кемеровская область, да, вот, очень опытная сама мама двух деток, поэтому мы полностью методику расписали на сайте. Дети с 3 лет как раз-таки вот попадают в группу Оксаны. И следующая группа у нас как раз-таки предшколят, которых будет подготавливать к школе, к серьезной жизни наша Гульнара Маратовна. Сейчас мы привыкаем, и вот я хотела как раз озвучить вот этот вот вопрос насчет того, как мы будем обращаться к нашим воспитателям. Но так как садик русскоязычный, да, мы решили, что будем обращаться друг к другу по привычнее, как мы привыкли, по имени, отчеству. Это как по-американски мы все обращаются мисс, а мы будем обращаться Маратовна, Гульнара Маратовна. Наш теплый-теплый человек, который с большим опытом, она успела преподавать и здесь, в Америке, в детском центре, поэтому мы владеем и английским языком хорошо, вот, и будем подготавливать деток к школе. Да, также Гульнара Маратовна у нас специалист по детской психологии, поэтому адаптация, я думаю, у всех деток будет проходить очень легко. Даже у меня, даже я могу поучиться чему-то у Гульнары Маратовны, потому что опыт очень хороший, богатый. Разрешите представить мою дочь Алуа. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Она преподает у меня кружок художественной гимнастики с 5 до 6 вечера каждый день. И также будет преподавать художественную гимнастику нашим деткам, детсадиковским, которые ходят сюда. Вот. И это будет включено в стоимость. 2 раза в неделю она будет преподавать. Вот. И я хотела бы, чтобы она дала более подробную информацию насчет своего кружка. Да, конечно, очень интересно будет послушать. Меня зовут Алуа. Художественной гимнастикой я занималась 10 лет. И закончила я очень рано, но получила звание мастер спорта. Я выступала на международных соревнованиях, так же, как и республиканских. Я чемпионка Республики Казахстан, как в индивидуальном многоборье, так и в групповом. Я также выступала на чемпионате Азии, представляла свою республику в индивидуальной программе. Там я получила звание мастера спорта от Министерства спорта и туризма Республики Казахстан. Получила также звание чемпионка Азии в упражнении с мячом и булавами. И потом, соответственно, я закончила спорт профессиональный и переехала в Штаты. Тут меня, соответственно, наняли, я работала в Сиэтле. Я тренировала сборную Соединенных Штатов Америки в индивидуальном многоборье. Затем меня пригласили в Нью-Йорк, я тренировала девочку индивидуально там, в штате Нью-Йорк. И затем я уже переехала сюда, к своей семье во Флориде, и помогаю своей маме. И также открыла свой собственный клуб. Я главный тренер здесь и преподаю также в детском садике 2 раза в неделю детям, которые ходят в детский сад «Солнышко». И в свою группу я также набираю деток от 3 до 12 лет. У меня сейчас От 3 до 5 лет группа полная, я набираю уже старших, потому что я готовлю их. У нас соревнования 5 июня между собой, внутриклубные. Вот. И самое главное, я бы хотела сказать, что мой подход очень отличается от подхода тренеров, которые сделали свою спортивную карьеру здесь, на территории Штатов, потому что в Казахстане, на Украине, Беларуси, России, соответственно, художественная гимнастика – это великий спорт, и я применяю все свои техники, которые меня научили мои тренера, что я узнала сама из профессионального спорта, я применяю здесь и учу своих гимнасток. Молодцы! Так что приводите своих деток, и будут они у вас всегда здоровые, подтянутые, да? Да, это, наверное, самое главное, почему надо девочек отдавать в художественную гимнастику, а мальчиков в акробатику или спортивную гимнастику, потому что эти два вида спорта, они многообразны, и, в принципе, это начинание самодисциплины, да, и самообразования, потому что в других видах спорта такого нет, потому здесь нужно тренироваться очень долго, очень много, с раннего возраста и на протяжении очень долгого времени. Вот. И большинство девочек, которые ко мне приходят, они приходят не только за тем, чтобы просто сесть на шпагат, но и родители просят дисциплины, потому что дома такого нет. А тут девочки уже привыкают к тому, что нужно слушаться, нужно делать то, что просят, и дают потом свои результаты и выигрывают медали. Здорово. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью подробное. А мы двигаемся дальше. Итак, начинается наш тур с общего зала. Тут у нас проводятся занятия по художественной гимнастике и акробатике. С правой стороны у нас группа. Для детей от 4 до 5 лет старшая группа. Идем дальше. Дальше у нас идет... Переходите на... Вот это что за комнатка? Quiet zone, тихая зона для всех детишек, которые хотят поиграть в одиночестве, хотят посидеть в тишине, в спокойствии, просто насладиться игрушками. Да. Да. Здесь у нас комната для шахмат. Да, да. И также офис. Окей, идем дальше. Тут у нас два туалета. И у нас... Обеденная зона, да? Да, здесь у нас столовая. На данный момент здесь немного хаотично, но в течение детского сада рабочих дней все будет немного по-другому. Так. И здесь у нас, соответственно, кухня. Вся еда, все милые. 5 раз в день готовятся на территории садика. Ничего не покупается готового, соответственно, хлеб, выпечка, супы, лапша, все готовится здесь, все натурально, все диетическое, все для детей. Так, а что у нас вот в этой комнатке? Здесь у нас подсобка. Здесь готовится у вас тесто, да? Да, и, соответственно, в холодильник все наши запасы. Классно, очень удобно. Так, а здесь у вас еще есть выход, да? Да. Это специально для... еду заносить. Да, чтобы заносить еду. Таким образом санитария не повреждается, и дети не видят ничего из этого. Ну и... да, конечно. Да, а здесь у вас что написано? Здесь ежедневно будет выставляться меню на день. Ага, удобно. Вот, да, вот, допустим, завтрак, обед. И меняться будет, да? Да, каждый здесь это просто доска, стирается. Так, здесь у нас туалет вот так вот выглядит. А там даже, по-моему, есть писсуары для мальчиков, я видела, да? Удобно так вот приучать к писсуарам. Здорово. Так, идемте дальше. Что у нас еще есть? Упс. Так, вот это что за комнатка? Это у нас арт-рум. Тут у нас проводятся все занятия по рисованию, по трудам, по технологии, все, что связано с творчеством. А здесь? И здесь у нас идет... Так, это у нас для балета. Ага. Да, это у нас для балета, баре. И здесь у нас еще идут кое-какие запасы для творческой деятельности. Так, что здесь? Это у нас группа. Младшая, да? Да, младшая группа. Для малышей. Для малышей, отлично. Очень уютненькая. Дальше что у нас? Вот это что за комнатка такая? Здесь у нас группа от 3 до 4. Угу. Тоже такая. А это что, кроватки, да? Да, это они раскладываются. Да, для сна. Угу. И здесь что, отдельный вход, да? Да, это отдельный вход, но он запечатан, то есть он не открывается. Угу, угу. Он полностью заминирован, его закрыли. Да. То есть это просто стена. Угу, просто окей. Здесь установили дверь, потому что до этого это был офис. Хорошо. Да. То есть центральный вход вот там, центральный, где мы видели. Есть, да. Да. И еще сзади, с площадки можно зайти. Так, а здесь что у нас такое интересное, типа расписание здесь, занятий, да? У нас расписание занятий, у каждой группы свое. Здесь у нас представлены занятия, которые проводятся с утра и после обеда. Угу. Каждый день разные предметы. Некоторые у нас идут как расписание в университете, угу. То есть одна пара за другой. Каждый день все меняется, от 12 до 15 предметов, в зависимости от группы и возраста ребенка. Это для воспитателей в основном и родителей, ну, да, которые хотят узнать, что они сегодня будут изучать. И, соответственно, все у нас вывешено для того, чтобы воспитателям все было удобно. Отлично. Так, а посмотрим, давайте, дворик, игровую площадку. Да, как можно на нее? Отсюда. А, давайте. Он такой у вас, да, большой. У нас для каждой группы получается классный выход на площадку. Очень удобно. Выходить, да. Да. Так, тут всякие разные, да, качельки. Да. И все есть под навесом, да, если будет солнышко, то дети могут спрятаться. Здесь что-то с водичкой такое, да, всякие лазилки. Что там еще есть? Комплексы. И все забором огорожено, да? Да, да. По периметру. И травка такая замечательная, чтобы было мягко детям падать, если что, вдруг. Отлично. Ну все, в принципе, мы все показали, да? Спасибо большое. Да, спасибо вам. Все, спасибо вам большое, что вы приехали к нам, выбрали именно наш детский сад. Я очень вам благодарна. И если вдруг возникнут какие-то вопросы дополнительные, вы можете полностью ознакомиться на ссылке нашего сайта внизу. И на Инстаграме, и на Фейсбуке вы также найдете полезную информацию. Всем спасибо. Пока-пока. очень рада, что мы встретились с вами в этот день, ознакомительный. Вы познакомились с нашим персоналом. Мам, я поехал с ним. Да-да-да, мама. Да, идите, вы мне не даете никак. Сейчас, подожди. Выключи.